Семья – это очаг любви и добра, почета и уважения. В последнее время День семьи отмечается как большой праздник в стране. На данный момент существует множество мероприятий, пропагандирующих семейные ценности. Один из них – республиканский конкурс «Мирелля от Пассе». Конкурс, который берет свое начало с 2014 года, популярен и по сей день. Сегодня были объявлены региональные победители республиканского конкурса «Мирелля от Пассе». На гордящие сливцы специально приехал и аким области Эрбулхар Ашукеев. Целью этого конкурса является повышение значимости института семьи и усиление положительного примера нравственности семьи и брака. Отметим, что в конкурсе «Мирелля от Пассе», который стартовал в регионе в 2014 году, приняли участие более 2500 семей. Из них более 60% – это многодетные семьи, 205 – интернациональные. В свою очередь глава региона поздравил победителей и пожелал им всего наилучшего. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 218 семей из города Тараз и районов. 22 семьи получили путевки на областной этап. Эти семьи – благословленные династии, добившиеся успехов в различных сферах, превозносящие честь династии и почитаемые внутри страны. Пользуясь сегодняшним мероприятием, от всей души поздравляю вас с областным этапом конкурса. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отмечал, что институт семьи вносит неоценимый вклад в формирование новых качеств нации путем всесторонней популяризации в обществе таких ее черт, как трудолюбие, любознательность, доброжелательность. В регионе постоянно уделяется внимание повышению благосостояния многодетных семей, формированию у них комфортного качества жизни. В настоящее время в нашей области насчитывается 45 372 многодетные семьи, 5779 обладателей алтын-алқа и 11 374 комысалқа. В текущем году адресная социальная помощь оказывается 5174 семьям. Более 45 тысяч многодетных семей получают государственные пособия. Благодаря таким семьям мы достигаем таких высот и успехов. Мы приехали в горы специальные села, чтобы наши дети тоже могли гордиться такой ячейкой, как семья. Пусть ваши семьи достигают больших высот. Пусть всегда будет добро. Праздничное мероприятие завершилось памятной фотосессией. Кулиш Умурзакова, Станкожахметов, Алимжан Ахпаев, 77 News.